А эти кинокадры сняты под Тулой в городе Кимовске. Целый автобус понадобился шахтеру Гришину, чтобы всей семьей приехать в ЗАГС с новорожденным. Ведь это уже 15-й ребенок у Юрия Афанасьевича и Антонины Васильевны. Директор ЗАГСа Людмила Бабич тепло поздравила родителей с рождением малыша, восьмого мальчика в многодетной семье. Секретарь городского исполкома Ираида Борисова передала Гришинам символический ключ от двух новых квартир.